Добрый день, уважаемые слушатели. Я Лысенко Андрей Валерьевич, преподаватель Центра компьютерного обучения, специалист. Приглашаю вас на новый курс «Собственник бизнеса». Данный курс предназначен для владельцев компании, желающих сменить или подобрать руководителя для своего бизнеса. Цель курса – определить, в какой момент собственнику, совмещающему функции руководителя, можно отойти от текущих дел. Как нанять директора, с которым будет комфортно работать, и как объединить собственника, директора и персонал в одну сплоченную команду. Также мы рассмотрим в этом курсе вопросы, как обеспечить преемственность в вашем бизнесе, как передать его будущим поколениям. Продолжительность курса 16 академических часов. Данный курс представляет собой сочетание разных методов работы. Это и лекции, и интервью, индивидуальные тесты, анализ конкретных ситуаций и другие практические навыки, которые помогут вам нанять директора, с которым вам будет комфортно работать и которому, самое главное, вы сможете доверять. Цель курса – определить, в какой момент собственнику бизнеса можно нанять руководителя и отойти от текущих дел. Кроме того, мы обсудим вопросы, как нанять директора, с которым будет комфортно работать, как объединить собственника и директора в одну команду, как обеспечить преемственность в вашем бизнесе и, самое главное, как вам стать собственником, свободным от повседневной рутины, человеком, который занимается развитием бизнеса, планированием стратегических задач и не участвует непосредственно в оперативном управлении, а только лишь контролирует результаты работы его замечательной профессиональной команды. Приглашаю вас на новый курс «Собственник бизнеса» в Центр компьютерного обучения «Специалист». До встречи!